Здравствуйте, ребята! Добро пожаловать на канал! С вами Юлия Лысенко. В сегодняшнем видео буду делать обзор дома в районе города Тампы. Район называется West Chase. Чем отличается этот район от других районов? Тем, что в нем отличные школы, он удобно расположен от скоростных дорог, от центра города Тампы, от пляжа. Также в нем уже очень хорошо развита инфраструктура, так как этот район был построен, начиная с 90-х годов, и стройка закончилась примерно в 2010 году, то есть тут уже все застроено. Если вам нужен какой-то бизнес, вы можете любой бизнес найти, госпиталь, то есть все, что нужно для жизни, все можно найти. Кинотеатр, детские площадки, хороший выбор ресторанов, то есть все, что нужно, все можно найти в этом районе. Дом, который мы будем смотреть, построен в 2001 году, но внутри уже сделан косметический ремонт. Он находится на озере с красивыми видами. В нем 4 спальни и 3 ванны. Да, и гараж на 3 машины, что тоже немаловажно. Пойдемте посмотрим. При входе в дом вы попадаете, естественно, в гостевую комнату. Планировка тут очень удобная. С правой стороны дома 2 спальни. В том углу еще одна спальня. И тут сразу главное master bedroom, то есть полностью отдельно. Ну, зайдем сразу, посмотрим master bedroom. Очень, конечно, красиво, тут с видами. Любой дом, хоть какой возьми, когда уже виды на озеро или на любой другой водоем, придает, конечно, определенный шарм. Еще мне что в этом доме нравится, это потолки. Они высокие. Палас тут, конечно, не самый новый, но и неплохой. Клозет ее его. И они walk-in closets хорошего размера. Эта ванна не переделана, она оригинальная. Но вы увидите, в основном в доме очень много сделано косметического ремонта. Ну, во-первых, он покрашен, свежая покраска. Мне еще нравится, когда ванны без дверей. Что их не нужно мыть. Так, значит, сейчас пойдем в другую часть дома. Это в кухню. Кухня вот-вот сделана. То есть она, что ни на есть, самая новая. Единственное, конечно, я бы им порекомендовала другой холодильник купить, stainless steel. Но почему-то они посчитали, что черные appliances будут смотреться тут лучше. Ну, может быть, так оно и есть. Это камень натуральный. Тут в этом районе есть газ. Находитесь в кухне. Тоже видите виды. Конечно, было бы супер, если бы это окно... Еще бы больше было бы. Вообще было бы супер. Почему так не сделали? Почему меня не наняли дизайнером? Так, значит, с этой стороны у нас, с правой стороны одна из спален. Посередине у нас будет общая ванна. Ну, это, скорее всего, две детские комнаты, они отдельно, рядом с друг другом, и вот как раз они будут делить ванну. А с этой стороны у вас экстра сторидж, тут лондри комната, ну и гараж на две машины. Ой, на три машины, сори. Очень большого размера гараж. Так, у нас еще осталась одна комната. Люблю, когда планировка разбросана, чтобы все имели свою privacy.
И вот еще одна комната. То есть в этом случае, если гости остаются, если они хотят вообще отдельно выйти куда-то, у них отдельная дверь есть. И отдельная ванна. А тут сразу, видите, выход на улицу. Тут еще достаточно места, чтобы построить бассейн тем, кому он нужен. Ну, а виды, конечно, вообще, на мой взгляд, просто супер. Тихо, спокойно, зелено. И вот так вот круглый год, можете представить, как люди живут во Флориде. Ну, что вы думаете по поводу этого дома?